29-летний москвич Дмитрий Евстафьев хоть и соблюдал все меры предосторожности, но избежать заражения COVID-19 не смог, тем более, что прививки он не сделал. По его мнению, коронавирусной инфекцией заразился от родителей, которые позже с поражением легких оказались в больнице. У Дмитрия же болезнь протекала легко, поэтому поначалу госпитализации ему не требовалось. Я изначально почувствовал повышение температуры, озноб и такую ломоту в костях. Собственно, сразу же вызвал врача, сразу же все необходимые меры были предприняты. И выписали мне лекарства, взяли мазок. И все это время лечился дома, пока вот внезапно у меня живот не прихватило. То, что Дмитрий называет «живот прихватило», оказалось аппендицитом. Врачи скоро оперативно поставили диагноз и привезли пациента в Видновскую районную клиническую больницу. Как выяснилось, совсем скоро жизнь Дмитрия была в опасности, и дорога была каждая минута. Это был острый флегмонозный аппендицит. Гнойный процесс брюшной полости, воспаление отростка, которое, если не оперировать вовремя, может осложниться перитонитом. Со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на то, что для жизни пациента ситуация была угрожающей, опытные врачи своими профессиональными действиями внушили пациенту уверенность в том, что все будет хорошо. Собственно, так оно и вышло. Мне было страшно, все хорошо, врач был спокойным, и я был спокойным. То есть он там подшучивал немножко, что-то это самое. Положили под наркоз, а проснулся уже, собственно, и все, нету ничего. Сейчас Дмитрий идет на поправку и ждет не дождется, когда сможет вернуться домой к жене и дочкам. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.